Работы наступают, или, может быть, лучше сказать, приходят на помощь. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о стремительном проникновении роботов в нашу жизнь и, в частности, в медицину. Нет, не волнуйтесь, речь не пойдет о восстании машин, как в «Терминаторе», а о мирном применении роботов. Если раньше роботы-хирурги казались нам чем-то из области фантастики, вроде сюжета из фильма «Гостья из будущего», то сегодня они — реальность. Они помогают проводить сложнейшие операции, ухаживать за пациентами, доставлять лекарства и даже печатать органы, прямо как в сказке. В этом видео мы рассмотрим самые интересные и перспективные разработки в области робототехники в медицине, которые уже сегодня меняют облик здравоохранения, делая его похожим на кадры из фантастического фильма. Устраивайтесь поудобнее. Будет интересно! Кибернож звучит как оружие из фантастического боевика, не правда ли? Но этот робот — реальность. CyberKnife — это ультрасовременная система радиохирургии, которая с ювелирной точностью уничтожает опухоли, не повреждая здоровые ткани. Представьте, никаких больших разрезов, мучительной боли и долгого, изнурительного восстановления, почти как в санатории. А вы знаете, сколько человеко-часов стоит упаковка лекарств на заводах? Теперь это в прошлом! Роботы Фанук способны упаковывать лекарства с невероятной скоростью и точностью, исключая человеческий фактор и связанные с ним ошибки. Работают как заведенные, прямо как стахановцы на конвейере. А еще есть роботы, помощники для медицинского персонала. Этакие электронные добрые самаритяне. Они развозят еду, медикаменты, белье, освобождая медсестер и санитаров от рутинной работы, позволяя им уделять больше внимания пациентам, как заботливые домовые. Встречайте U-Factory X-Arm, многофункциональный робот, настоящий универсальный солдат в медицинских рядах. Он способен ухаживать за пациентами, проводить лабораторные исследования и даже ассистировать врачам во время операций. Настоящий левша в мире робототехники. Роботы, производители, качество и скорость. Компания Tegra Medical, внедрив роботов Universal Robots, смогла увеличить производство медицинских инструментов на целых 20% и при этом снизить расходы на 15%. Вот что значит эффективность по-стахановски. Анализ крови за минуты. Роботы спешат на помощь. В больнице Копенгагенского университета роботы UR5 проводят анализ крови в разы быстрее лаборантов, позволяя врачам ставить диагнозы и назначать лечение в кратчайшие сроки. Скорость, как у скорой помощи. BT3D-печать — новая эра в медицине. Забудьте о нехватке донорских органов. 3D-принтеры, такие как Envision Tech BioPlotter, уже сегодня печатают органы и ткани, открывая невероятные перспективы для трансплантологии. Это уже не фантастика, а научный прорыв, достойный премии, как минимум, Ломоносова. Будущее уже здесь. Как видите, роботы уже сегодня играют важную роль в медицине, делая ее более точной, доступной и эффективной. И это только начало. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы думаете о применении роботов в медицине. А пока будьте здоровы, не болейте и до встречи в новых выпусках. Берегите себя, как зеницу ока.